Question for you. Can you increase your speed or can you increase your power? Or does power come naturally only, or can you train and, you know, gain that? Посмотри. Сила удара, она приходит вот натурально с рождения или это то, что ты тренируешь? Не, однозначно сначала, скорее всего, что это сначала врожденное, но ее можно и приобрести, ее можно натренировать. Просто есть нюанс. Человек может родиться врожденным, вот он физически крепкий, и вот он бьет мощно просто от рождения. Вот от природы. А есть другой, который бьет не так сильно, но он может натренировать. Но и в тот момент, когда он натренирует, он не может, может быть такое, что он и не ударит так сильно, как тот, который родился с природными данными этой силы. Ну и само собой, если тот, который с природными данными еще и будет тренировать свою силу, то ну, это вообще будет недосягаемое. So what's the most important? Это, наверное, то, что это, наверное, вот то, что вот у гена есть. Вот он это природная сила, плюс он ее еще и тренирует. Okay. So what about speed? Скорость. Ну, точно так же. Это мое личное мнение. Это все врожденные качества. Понятно, что до определенного какого-то уровня это все можно натренировать. Но в основном это все врожденные качества. In your opinion, what's the best skill? Power, speed, для меня лучше это в одном боксере, когда все находится. Но если это, не все. Если не все, я думаю, что это скорость и реакция, самое основное. All right, there you have it. Vasyl Lomachenko.